Ну что ж, Мария, присаживайтесь. Спасибо. Расскажите немного о своем канале. Что вы стримите? Под какими псевдонимами вас узнают люди? Узнавали ли вас на улицах? Подходили ли к вам? Здоровались? Очень много вопросов. Фотографировали? Ну, здесь на стримфесте подходили, узнавали, фоткались, подарили даже коробку конфет. Это безумно приятно. Вот, стримим мы очень разные и всегда ракуем, у меня нет скиллухи абсолютно, вот. Я известна под такими никнеймами, как Маша Лав, Маша Плов и Маша Лава. А, Маша Лава еще. Да, я видел, конечно, ваш стрим по Капхеду. Должен признаться, что аркады вы проходите так себе. Я все прохожу так себе, я так живу как бы. Так себе. Фузерк. Ну, друзья, вам не угодишь, серьезно. Что такое? Да опять ругаются на Дерга. Так Дерга еще даже нету, ну чего вы? Да, так куда он пошел? Никак не поймали. Кстати, а ты не видела здесь Рутони случаем? Я слышал, не что... знаю просто, как он выглядит, но говорили, что он ходит с Локи. Вот. Так что он где-то здесь обитает. На самом деле, мне очень интересно взглянуть на Рутони. Я знаю, что они точно... Ты хочешь ему что-то высказать в лицо? Не-не. Ну, кроме того, что у него кривой чатик. Припомнить все минусы. Нормальный чат. Самый лучший чат на свете. Да, конечно же, он самый лучший, друзья. Не верьте мне. Я вижу вопрос в чате. Я живу в Москве, ребят. Да. Недавно слышал замечательную историю о том, как ты встретилась с Понтией. Да, это правда. Да. И там еще Поми стримил. Да, мы пришли смотреть StarCraft от Поми. Ну, у него был лан небольшой, с хорошими призовыми. Вот, а Понтия там просто прогуливалась. И чисто случайно меня увидела. И мы с ней так поняшкались там. Она обещала прийти на StreamFest, я все ее ищу. Ее нет. Вынужден спросить, к сожалению, иначе чатик меня не простит. Мария, у вас есть палка? Палка, конечно, есть. Конечно, у меня есть палка. Все, друзья, кажется, все стало на свои места. По крайней мере, для тех, кто слушал наше замечательное интервью с самого начала. Понтия здесь, ребята. Да, Понтия здесь, она уже давала интервью. Интервью даже давала? Да, даже давала интервью, но Батина. Я все пропустила. Да? Нужно ее найти. Она стримит? На стендах нет. Нет, я имею в виду с телефоном. Нет, вроде. Нет. Ну, она там такая прям пафосная блондинка, ты ее сразу увидишь, честно. Она не пафосная, она... Да, конечно. Ну, Батина. Мне нужен зеркало. Ну, друзья, к сожалению, у меня нет опыта ведения таких больших трансляций и пользования такими большими микрофонами. Отличный микрофон. Очень хороший микрофон, ребят. Ну вот тут ругаются, что я, к сожалению, очень плохой менеджер микрофона. Ну, нужно просто передавать микрофон друг другу. Вот, а ты этого не делаешь почему-то и куда-то между ног его ставишь. А я предлагаю тебе подержать мой микрофон. Я люблю держать микрофоны просто. Конечно, берите кексы, ребят. Сама вчера пекла. Все кексы практически разошлись, ребят. Это успех. Это успех. Сделай это сексуально, главное. Именно так.